Автобиографичный роман Ромена Гари «Обещание на рассвете» совсем скоро поставят на сцене Гродненского театра кукол. Режиссером стал российский драматург Дмитрий Петров, более известный по афишам как Чакчи Фроснекерс. Это его дипломный проект. Режиссер отметил, показать спектакль на сцене знаменитого Гродненского театра кукол для него дело чести. Тем более, если главную роль исполнит Лариса Микулич. История, рассказанная в «Обещании на рассвете», раскрывает тему всепоглощающей материнской любви, ее подвига и подлинных человеческих чувств. В этом смысле очень хороший театр кукол. Сопереживать мы можем сегодня кукле. Сегодня драматический театр уходит в кукольные формы. Сегодня все больше и больше он погружается в инструментарий театра кукол. Просто потому что смотреть на живых людей мы можем только под броней. Раскроет глубину содержания французского романа великолепная пятерка актеров Гродненского театра кукол. Приходите и увидите все сами. Премьеры спектакля «Обещание на рассвете» состоятся 28 февраля и 1 марта.